Очень страшная картина. Надя едет за рулем автомобиля, 3 месяца не каталась. Ну, стой, надо вам немножко поснимать, всего интересно. Страшно? Нет. А мне страшно. Ну и зря. Вот какие надо в ТикТок скетчи снимать. А это всякую фигню снимают люди. И все. Очень страшно. Очень страшно. Жестокая дорога. Не страшно тебе? Нет. А мне страшно. Почему так? Почему вот страшно, как кто сидит рядом, а кто за рулем, там не страшно? Как все горит и светится. Ну все, ребят, наконец-то на Красной Поляне. И как только я доставлю камеру, сразу же начинает мне поступать очень много звонков. Итак, ребят, смотрите. Конечно, погода немножко подвела. Но в любом случае, все равно здесь красиво. Дождик, мелкий-мелкий дождик. Ну, ничего страшного. Не сахарный, не расстраивайся. Тот случай, когда погода немножко подвела, ребят. Но все равно интересно для разнообразия. Но 4 месяца здесь не были. Открытые у нас закрыты, потому что, не знаю, может быть, из-за пандемии. И если, например, вдруг вы приехали и настроены на то, что... Ну, куда? Настроены на то, что... Например, вас не пускает, для минут 15 нужно подождать, потому что каждые 15 минут у нас меняется погода, и погода становится, ну, такая, получше. Например, мы 15 минут ждали подъемник. Ну и теперь вот мы поднимаемся наверх, посмотрим, что же там такого интересного имеется. Ну что, ребят, поднялись на Роза Пик. Я думал, что будет все хуже, а оказалось, все довольно-таки неплохо. Я думал, что реально будет хуже. Но я думаю, летать нет смысла, потому что здесь дождик небольшой. Поэтому, наверное, они сегодня без летания. Ребят, наконец-то сделали у нас ограждение, чтобы никто не кувыркнулся. Было время, пока не было туристов. Ну и посмотрите, да? Круто? Классно. Все горит. Здесь, по идее, уже прохладно становится. Вот она, ребята, осталась одна единственная, остальное все вот техника безопасности. Посмотрите, какая красивая тетка. Красота. И вот девочка хочет кувыркнуться. Вот красота, ребят. Здесь прям хочется снять таймлапс, потому что здесь это круто. Обалденно. Вот такая красота. Ребят, называется Максим, собрался немножко полетать. Да, ладно, сейчас пообедаем. Может быть, после того, как мы пообедаем, может быть, будет получше. Так просто жесть жестянская. Мясо. Не летательная погода, но...
ребят здесь. Вы даже представить себе не можете, как здесь холодно. Честно сказать. Самая огромная фраза – мы хотели одни. Я хотел один. В общем, ресторан открылись, ребят, но еще как бы неполноценно. Поэтому не стал я есть. Ребят, Рибга. Республика Адыгея. Население 450 тысяч. Дагестан. 3 миллиона. Республика Ингушетия 480. Северо-Осетия, Пустынавский край 5,5 миллионов людей. Ставропольский край 2,800. Чеченская республика 1,5 миллиона. Ну и вот как бы так. Берется наш свет. В горах дождик, поэтому видите, река такая немножко грязная. Но река просто супер. В общем, вот такая погода. Особенность гор в том, что каждые 15 минут здесь разная погода. Поэтому, ребят, если вдруг приехали и у вас осталась непогода, не переживайте, не расстраивайтесь. Я думаю, что надо просто идти вперед. В смысле, может, повезет, и будет все отлично. Честное слово. Поэтому на этом мы прогулку свою заканчиваем. Сегодня такая прям лайт прогулка. И поедем потихонечку. Куда мы там поехали? Да непонятно, куда поедем. В общем, как бы так. Все, ребят, всем добра и пока.